Если еще вчера мы говорили о повальном увлечении молодежи рок-музыкой со всей ее броской атрибутикой, то сегодня многие подростки чуть ли не в одночасье приняли новую веру. Культ бицепсов и силы вторгся в прежнюю систему молодежных ценностей, наложив на них свой особый отпечаток. Почему ну, прежде всего, это, во-первых, здоровье, ты там играешь, ты занимаешься. Потом просто красота тела своего. Не то, что там, например, накачался, вышел, морду кому-то набил. Просто приятно смотреть на человека, она здоровая, там, подтянутый. Это же здоровье тоже. Не то, что там вышел, покурил где-то там, водки попил там. Позанимался, и здоровье, и все. Не то, что там вышел, морду набил. Нет, даже и худые бьют, конечно, здоровых. Да. И худые, и здоровых. Ну, согласны со своим товарищем, да? Конечно, да. Ну. И обстановка среди друзей там... занимается, и психика поднимается, там уже духовно он как начинает. Он уже не побоится, например, там, если будут там двое-трое, там, что-то ему говорить, там, объяснять. Он уже сможет, как говорится, и словами там поговорить, но если там не получится уже, то придется там и в ход пустить кулаки там. Ну вот смотрите, вопрос такой. Мы когда начинаем заниматься, все-таки, скажем, ребята постарше, а сейчас в любой наш двор выйдешь, там вот такие вот бегают пацанята, они так или иначе смотрят, может, и в окошке заглядывают, или видят, как занимаются ребята, ребята повзрослее. Как вы с ними вообще вот работаете, можем так сказать, или как-то? Ну так ну, вот, пока в данный момент его на перчатки возьму, там постучать немножко вышли. Ну, так, ради интереса они смотрят. А толку сейчас никакого нет, слышите? Потом уже, когда их время что придет, как говорится, они подрастут. Надежда вот на этих ребят, пока им сам вот это, на них. Все 14 уже едут. Ну а надежда в каком смысле? Надежда? Опора. Да. Опора. Чтобы постоять за комплекс наш. Если, например, вот сейчас подвал этот закрыт, да, вот сколько тут человек, 60 может занимать, тут же потом вообще, да, ну а куда где-то в толпе, она будет на улице стоять, правильно, будет в подъездах там плюваться. Кто-то разочаруется, рисовать там. Но почему вы не ходите сейчас во дворец культуры КамАЗа, скажем, другие какие-то культурные мероприятия? Сейчас? На дискотеке? Ну я вообще имею в виду, да, на всякие вечера. Неинтересно. А что там на зимой туда заходит, потому что холодно, даже не лето, никуда не пойдешь. Единственное место там почти что, кроме кабаков. То есть практически то, что там проходит, вас не привлекает, да? Как вы думаете, какая молодежь стала? Действительно она хуже или как-то принципы совсем другие? Почему? Почему хуже? Да ну, молодежь сейчас у нас лучше. Просто напросто молодежь не стала брать, как говорится, все в свои руки. Не стали они ждать сверху, когда будут там указывать, там вот, стройте здесь, размещайте здесь, занимайся здесь, ходи там, гуляй здесь. Просто напросто сами стали уже, как говорится, своим умом доходить. А это не нравится верхушкам, это им не нравится, потому что, как говорится, молодежь их время, вот так, выходит из-под контроля для них, это кажется. А сейчас для этого, что у нас происходит, и для них просто им это непонятно. Они вспоминают свои годы, вот мы почему это были, почему вот они не такие же, как мы. Так каждый. Надо, наверное, повнимательнее друг на друга вам посмотреть как-то в минувшее, а им ну, как мы их... и в минувшее вам будущее. Мы их не понимаем, они нас, может, из-за этого так рассказывают. На что действительно ну, как... обычно может, понимает там. Попрекают. Вот в наше время там мы там ходили без штанов. Ну и что теперь, что нам тоже без штанов ходить? Mm-hmm. Если мы не в то время родились, если мы родились в это время, когда у нас. Ну, как, слава богу, как говорится, мы штаны уже одели. А другому же. Да не, ну просто обычно всегда же так же. Ну всегда так начинают. Вот, например, возьми стариков, да, да вот у нас там было голодное время, там голодное. Ну а что? Ну вот один чудак сюда пришел еще до выборов, да? До выборов делал, да. Приходил, короче, говорит, вот, ребята, давайте, короче, голосуйте там за кого-то, за кого-то, как это? Ну, неважно, за кого. Ну, в общем, говорит, голосуйте за такого, будем говорить так. У вас, говорит, все будет в этом спортзале, станки будут, штанги будут, все, что хотите, раз там языком болтал. Ну, просто-напросто так на него посмотрели, ну и что, исчез, и все, и больше его нет. Обыкновенно. Вот он придет, допустим, в комплекс обратно, да? А я сказал, допустим, вот то, что он мне там... замочили, уже ну, пускай замочили, да, пускай замочили, да, мне. Потом их же старшики будут делать дальше разборки. За что он докопался? Если он докопался за мелочи,
не из-за того, что там он начал там сам уже наезжать на него, да? А я докопался там из-за мелочи, там не нравилось, как он прошелся, или не нравился там нос, так или посмотрел. Прическа, да, посмотрел, не понравилось. Вот, допустим, из-за такой мелочи, если он сам уже начал там драться с ним, да, вот он тогда уже перевоспитывает его. Ну как уже там, как комплексы будут его перевоспитывать, это их дело, да? Ну как насмех, наверное, да? Ну, зачем? Зачем насмех? А как? На первый раз можно нос, переносицу сломать, на второй раз через в трех местах раскрошить. Обычно на третий ребра переломать. Да, обычно ключи. Это не трудно. Это не больно, да? Это быстро. Раз, чтобы руками. Нет, на первый удар. Ну, вот что я еще хотел сказать. Вот сейчас у нас объединился. Ты зря говоришь. Зря говоришь, за два дня собирается десятый комплекс. Ладно, сейчас у нас, погоди. Сейчас у нас, если что, у нас сейчас собирается уже не только десятый комплекс. Работает. Не только десятый. А уже седьмой, пятый, шестой. Короче, весь ГЭС собирается. Уже не только десятый. Ну все, поняла. Зря говорит, что только это. Сегодня статистика сообщает. 24% подростков, осужденных за различные виды правонарушений, до колонии прежде не работали. У многих из них постоянным местом жительства были подвалы и чердаки. Кто может дать взамен город? Ребята.